Книга «Открытым оком», том 3, тема «Вера», вопрос 911. Мы знаем много случаев, когда люди обращались из разных вероисповеданий в православную веру, но были ли случаи обратные, когда люди, познавшие истину православной веры, обращались в лжеучение? Если были, то почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Депутат Государственной Думы, священник Полосин, принял магометанство. У меня на это одно объяснение. Он был просто неверующим и таким и остался, и пошел ради каких-то выгод. Познавших истину православия вообще очень мало. И чтобы из них кто-то перешел в другую веру, таких единицы. Могу дать объяснение по каждому конкретному случаю, какие были в нашей общине. Эти люди были мучимы в открытую демонами, их явлениями, или же не имели никакой веры, и все держалось на одном обмане. Таких было только два человека, а остальные не желали трудиться, смиряться. И если бы не было Московской патриархии, они бы так и не перешли бы ни в какую другую веру, а просто ушли в мир, что и случилось с ними. Но они это преподнесли сами себе в шуршащей обертке. Перехожу в Московскую патриархию. Мимикрия кончилась, они потерпели полный крах, веру потеряли. Библия оказалась забытой и заброшенной, духовные глаза ослепли. Они раз в год на Пасху могут прийти в любой храм, исповедаться и причаститься, живя в гнусном разврате. Они потеряли веру, и их трагедию безверия Московская патриархия признает за героический поступок. 1 Иоанна 2:19. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». «О Боже, дай мне воли силу, ума сомнения умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать». 1851 год. Никитин Иван Савич.